Всем привет! И сегодня вот у меня такое картофельное, можно сказать, настроение. Очень захотелось приготовить, поджарить картошки. Обычно я чаще всего режу ее соломкой или кружочками. Ну вот на данный момент именно вот так, попроще, можно сказать. И вкус от этого абсолютно никак не меняется. Для начала я вам просто расскажу, как я ее обычно жарю, чтобы получалась картошка вкусная. Ее просто почистил, помыл и немножко дал стечь водички, чтобы она чуточку-чуточку подсохла. И нарезаем просто вот такими кружочками. Очень хорошо перед этим я прогрела сковородку. Сковородка у меня чугунная. И картошка особенно получается очень-очень вкусная и такая вот поджаристая корочка в ней. Разогрела хорошо сковородку, добавила масло. На данный момент я жарю ее на топленом масле. Можно какое вы там любите, оливковое, подсолнечное, на любом, будет очень вкусно. Сегодня мне очень хочется, чтобы вот некоторые, вот так сказать, мои кружочки картошки прям прижарились, такие с корочкой. Иногда это можно кушать, не часто, но можно. Это очень-очень вкусно. Я прям так люблю, вот понимаю, что иногда могут сказать, что это может не так сильно полезно, но иногда мне хочется и не полезного. Она будет очень-очень вкусная. И вот так постепенно я ее начинаю обжаривать со всех сторон. При этом обращу ваше внимание, я еще пока соль не добавляю. Как только вы добавите соль, картошка сразу будет делаться мягкая. Поэтому моя задача сейчас ее так вот, как сказать, в большем объеме вот так вот прижарить больше с корочкой. А потом мы ее уже полностью доведем до своей готовности. Хорошо помешиваю периодически. Вот пока она жарится, уже такой аромат, не знаю, но настолько вот хочется иногда жареной картошки. И вот сейчас я уже добавляю соль. То же самое по вкусу, как вы любите, менее соленую, чтобы чуть-чуть побольше соль чувствовалась. Вот видите, она уже так с большего у меня готова, и только вот тогда я добавила, еще раз повторю, соль. Крышкой тоже я сразу не закрываю, потому что тогда она станет у вас мягкая. А мы ее хотим получить с вами результат, чтобы она и хрустела, была вкусная, и в то же время правильно вкусно приготовить ее, чтобы было не сырая. И так вот, когда посыпали соль, периодически я вот ее сейчас всю постепенно перемешаю. Сегодня у меня такая самая простая и самая вкусная еда получается. Закрываю крышкой, и она у меня уже до полной готовности там дойдет. Это недолго. Вот уже благодаря крышке она так немножечко у нас дожарится, протушится и будет готова. Можно еще туда добавить, хорошо, тоже очень вкусно получается, репчатый лук можно порезать, вот перед этим, пока крышка еще не закрывали. Тоже очень-очень вкусно. Вот, почти, видите, она у меня уже так вот протушилась хорошо, уже готова картошечка. Она сразу мягче делается. И вот эта такая прижаренная корочка очень вкусная. Поджарю сейчас яичницу. Сегодня вот у меня такой вот, сказать, ужин. Люблю вот глазунью, иногда люблю еще просто и размешать, то есть вот кто как уже любит. Такая вкусная и быстрая еда.
И сейчас я вам покажу, тоже вот на моем канале есть рецепты соленых огурцов, таких вот, которые я готовлю без уксуса, они очень вкусные, которые в домашних условиях могут у вас стоять всю зиму. Они получаются очень такие полезные, потому что нет уксуса. Ну и вот точно так же вот яичницу можно и так разболтать, то есть как кто любит. Что касается вот огурцов, они получаются очень-очень полезные, потому что сохраняют вот эту всю свою ценность, необходимую вот человеку. Полный рецепт есть на моем канале. Так как сейчас у нас приходит пора, когда садятся огурцы, когда будет сбор урожая, и как вам хорошо сохранить, чтобы они остались вам и полезными, и вкусными всю зиму, еще раз повторяю, посмотрите на канале, есть рецепт. Очень я так рассказываю, там хорошо показываю. Вот они, смотрите, вот сейчас весна, я достаю, и огурцы у меня хранились на балконе. Сейчас я их, потому что уже тепло, перенесла, у меня там уже практически 1-2 банки осталось, в холодильник готовлю, просто можно в прикуску готовлю, рассол вкусный, тоже есть рецепт. Вот это вся кладезь витаминов вот для кишечника очень-очень полезна. Ну и просто оно вкусно, такой аромат. Вот они получаются как бочковые, хрустящие. Оливье делаю. Ну, у нас вот салат по горошек называется, кто как называет. То есть везде использую просто их в прикуску с рассолом, да по-разному. Получается очень-очень вкусные. Вот так они выглядят, цвет сохраняют. Я добавляю туда дубовый листик, у нас там рядом лес на даче, смородину добавляю. И самое важное, вот вкус в этих огурцах мне нравится за счет... Есть такая приправа, эстрагон, тургун его называют. Я его с семян сажу, и он растет успешно на даче. Тоже есть, там показываю я, какого размера он растет у меня в рецепте. И вот такой рассол делаю, тоже огуречный. Сейчас картошка готова, яичница поджарилась. И я буду кушать вот эту всю такую простую, но очень вкусную еду. Думаю, таких же, как я, любителей картошки, яичницы, соленых огурцов достаточно. И вот мой хлебушек готов, тоже есть на канале.